Хей, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру, так бы сказать, заканчиваем проходить игру, под названием Layers of Fear. Мы собрали с вами 5 частей, у нас осталась последняя часть. Интересно, что будет, потому что вначале у нас была кожа, кровь, кости, волосы, палец. Следующая, возможно, сердце или глаз. Ну что? А, методом проб и ошибок. Вон оно что. Погнали. Мне бесит, когда даются варианты, куда идти. Давайте сюда, ладно. Хотя я мог бы на кухню пойти, да и все. А, да. Ну ладно. Тогда неплохо. У нас кончаются яблоки. Нифига себе, мы ж на зиму запаслись яблоками. Либо у нас белочки завелись. То, что сейчас мы ходим в реальном времени. То есть не в его психоделике, а в реальном доме, который был сожжен. То есть мы ходим половину в его воспоминаниях, а половину в реальном доме. Вот это сейчас реальный дом, его состояние. Ну, кроме вот этого, я не знаю. Хотя... Жил-был мужчина, страсти полный. Но вот жена вышла из моды. Лицо чуть лучше топора. Он не заботился сполна. И злобы жизнь ее полна. Вот так вот, песенка наша. Смотрю, кто-то крысиное лицо, крысиная леди и крысы. Это типа чума летает? Я должен внутрь войти. Но это то, что он боится крыс. Не хочешь объясниться? Я знаю, что это. Не объяснишь, как она попала в мою мастерскую? Хватит врать. Мы оба знаем, что не просто так она туда залезла. Просто идем. Момент, когда мы могли пойти по степени крыс. То есть тут только два варианта было. Когда белая мышь, помните, мы могли за белой мышью пойти либо в темноту. Я пошел в темноту. И здесь, то есть крысы убегали от нее. То есть я мог убегать тоже от нее. И все. О, это здоровые крысы. Хотя сделано из мусора. Лол.
Это, знаете, типа мини-история. Стрёмная дверь. Ладно. Там дверь завалена, это хорошо. Меньше вариантов, куда идти. Так ведь? Так ведь. О! Выход на улицу? Ожидаемый сквозняк. Как и всегда. О, сейчас что-то будет прикольно, мне кажется. Приближение картины ко мне, потом я оборачиваюсь, и другая картина, да? О, прикиньте. Нихера. Я ее нашел. Я ее нашел. Я мог бы ее не найти? По идее. Либо это резкий скример. Просто я видел, что там что-то стоит, поэтому я туда и пошел. Но если дом в натуре в таком сейчас состоянии, то это жесть. Как она есть. Как будто играю в Bending Ink Machines. Приходится мышкой крутить тоже. То есть по факту я просто могу туда вниз упасть к ним. Ну погнали. Чернильное логово. Ох, как я проскальзываю. Это она? Боже. Она нас слышит? Это ведь можно исправить, правда? Нет, вы не понимаете. Ее лицо, ее руки, я... Это ее полностью уничтожит. Да, все-таки он из-за своих страхов с крысами сжег из дома. И пожнешь ты из праха. Чтоб из праха пожнуть. Сможешь ли ты вновь рисовать? О. О, уважаемый господин, моя жена с удовольствием сыграет на вашей свадьбе. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы обсудить детали наш номер 363-853. Надеемся на ваш
Скорейший ответ. Тетрадник, катайся, нахуй, бесишь. Так, запоминаем. 3, 6, 3. 8, 5, 3. Хотя, подожди, это же номер, когда мы звонили, да? Тогда, помните, по картине. А, хотя, да, здесь, смотрите, отрывок. То есть, код, который мы звонили по телефону, это как раз по вот этой вот ссылочке. То есть это его воспоминания о свадьбе, о всем этом. Шесть, три, восемь, 53. Я не помню, да. А с другой стороны, нет. Блин, и фиг вспомнишь, ведь. А я что должен был запомнить? Я не помню, 50... Ладно. Фиг с ним. Хотя... А, ну ладно. Ну, когда будем второй раз проходить, я все узнаю. Ноябрь. Наверное, я должен был счастлив. Почему же это не так? У меня красивая дочь. Я думаю, так и есть. Я знаю, что так и есть. Почему же я не могу смотреть на нее без содрогания? Раньше у меня был любящий муж. Чудесный, нежный. А теперь я вижу только незнакомца, которого не волнует ничего, кроме его картин. Можно подумать, в них есть смысл. Это так глупо. Раньше мне хоть бы помогала музыка, теперь нет. Господи, какая же я дура. Как я вообще могла подумать, что могу соревноваться с кем-то вроде тебя? С твоей безупречной красотой. Бесконечной. Бессмертной. И знаете, что я сейчас одну вещь понял? А мы уже проебали... Я сейчас просто вспоминаю картины, которые в финале должны быть, в концовках. Если мы все правильно сделали, то я получу концовку, какая должна быть. Во, видите? Во. Я наконец-то все поняла. Благодаря тебе. Ты показал мне, что другого выхода нет. И даже сейчас твоя печальная улыбка только подтверждает очевидное. Мы уже никогда не поговорим. Вот, вот его жена. И по идее мы должны нарисовать вот такую вот картину. И это наш конец, финал будет. Однако, если будет другой результат, значит что-то пошло не по плану. И теперь можно понять, почему здесь коляска, к чему она. Его жена стала... Я могу пойти без коляски, но коляска является его женой. Понимаете, то есть... Произошел пожар. Ну, ладно, мы все равно в конце потом все поймем.
Мы типа двигаем свет, надежду. Ты дальше не едешь, да? Чернила дышат. Хотя это краска. Да ладно. Почему так долго? Открывай эту сраную дверь. Ну же, открывай. Что за... О боже. Нет, 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 нет. Что ты наделала? Нет! Ну, мы понимаем, что она делала. Она порезала себе вены. А, я должен дешевать. То есть в ванне она просто себя порезала. На самом деле. То есть она покончила с собой. Это мы типа окунаемся, так сказать, в тяжелые воспоминания. Нужно было показать кому-то. Я не мог просто смотреть на собственную работу. Художнику и его творению нужна публика. Критический взгляд. Я знал, что делать. Примирился. Выскоблил, будто мороженое. Я словно мясник. Чудовище. Но, по крайней мере, из этой грязи получилось хоть что-то прекрасное. Ну да. Как я и говорил, помните, он использовал грязь, ну, глаз. Ну что, погнали отсюда. Ну, смотрите. А, еще не все. Ага.
Пипец, как же оно в уши дает. Я могу ходить или что? Где дверь? Боже, как оно в уши дает. Если вы думаете только вам, ребят, вы ошибаетесь. Я должен найти теперь то, что вылетело. Мне необходимо? Еще издевайтесь. В натуре я там должен был эту хер найти? Шашку? Как я ее там найду? Бля, прекрати играть. Хоть я буду искать. Я нашел. Ванну. И на следующий этаж. Тут нету как. Странно. Но я еще одну нашел, типа, и. Возможно, где-то здесь, но я тут уже все нашел. Что мог? Что ты с. Этого выиграешь. В принципе, да, ничего. Мышку вон на завтрак я выиграю.
О, медведь, привет. Ты чё такой агрессивный? Русский мишка. Ты русский мишка? Да-да. Так, ладно, давайте поднимемся наверх, куда мне предлагают. О. Но я смотрю, мы уже почти доиграли партию. Интересно, что там. Но мне кажется, мы этого никогда не узнаем. Монетам на пианино ебашит. А стоп, это не... Ладно, меня надурили. Кто на пианино ебашит? Попробую все это найти дело. Почему у меня персонажа самого крутит? Куда я должен смотреть? А, на картину сердца. Пять, шесть, семь. Семь. И я семь этих не нашел. Ну, давайте посмотрим, на хорошую ли я выполнил. Но я бегал к ней. Ей! Да. Да. Вот и все. Любовь моя. Мне так жаль. Нет. Это неправда. Всегда было неправдой. Это их не вернет. Теперь я это понимаю. Я знаю, что нужно сделать.
Он, видите, которая правая картина в красном? Вот такое только еще уродливое лицо. Это должна быть просто плохая была концовка быть. Вот и все. И я знаю, чего хочу. Получено достижение. Ну что, в принципе, ребята, мы с вами прошли на... Это хорошая концовка. Окей, давайте сначала обсудим с вами все да все, как обычно, да, оценка игры. Во-первых, если оценивать игру, я рекомендую ее. Чем игра пугает? Начнем с того, что это хоррор, да? Как хоррор составляющую именно пугать, она выполняет. Да, здесь нету всяких монстров, как в некоторых играх, где нужно убивать, стреляться. Здесь игра пытается напугать скримерами, атмосферой, да, вот, вот этими вот частями. Давайте, ладно, плюс. Она выполняет свою функцию как хоррор. То есть было страшно в некоторые моменты, я не отрицаю. Это плюс. Как я замечал во время прохождения, довольно прикольный эффект вот этого полета карандашей, когда мы все толкали, да? То есть эффекты, физика довольно прикольная сделана. Плюс. Также к плюсу я, конечно, могу отнести это три концовки. Сейчас как раз о них мы с вами поговорим. Первая концовка, которую по-любому получали все, это когда мы просто идем сами куда хотим, то к женщине этой, то просто бежим за крысами, мы получаем концовку, где у нее лицо просто обожженное. После чего у нас выходит касцена, где он забирает картину и говорит также, я знаю... Ну, типа, он поднимается вверх на этаже, смотрит там где-то, он кидал эту последнюю картину. Все картины были одинаковые. Он кидает и говорит, ну что, попробуем снова. И он снова рисует, и снова, и снова, и снова, но у него одна и та же картина. Это плохая концовка. Хорошая концовка — это та, которую получил я. То есть он осознал все происходящее, после чего сжег все картины и сгорел сам вместе с ними. Третья концовка, по идее, если не ошибаюсь, я очень давно смотрел, нам необходимо было с вами просто убегать, ну, бежать за крысами. Только за крысами. Но снова же, я могу ошибаться. Тогда бы у нас картина получилась не девушки, а нас самих. То есть он бы нарисовал сам себя. Ну, что бы произошло, я на самом деле не знаю. Ну, если вы хотите, я в конце просто закину вот эти, как они называются, концовочки. Я просто в конце концовки добавлю. Так, концовки. Хоррор составляющие, графические, ну, физические, графические. Концовочки, это три у нас плюса. Также я могу отнести к плюсу это во время всего прохождения нам рассказывалась какая-то история, где мы сами с вами догадываемся, что произошло, кто она была. То есть
номера, вот даже когда вот я заметил, когда мы были в библиотеке, да, вот это, где здоровые вот этажи, когда мы лазили, то звонили, мы набирали цифры с листочка, свадебного листочка. То есть, по сути, я мог бы ввести, если бы записал эти цифры, в ту пентаграмму, и, скорее всего, бы там она открылась, или типа что-то того, и я получил бы какой-то еще листочек. То есть мы можем строить теории. Ну, теория уже понятна какая. То есть жил-был художник, у него была жена. Он... Его картины сначала были успешны, после чего критикам не понравилось то, что он рисовал. Он пытался снова и снова. В первой серии вы можете посмотреть, мы там рассматривали детские истории. То есть для него детские истории были это «Красная шапочка», но, конечно, где волк всех сожрал. И он, и, так сказать, производитель... А говорит, я не могу такое сделать, типа, детской сказкой. Попытайся снова. После чего наш художник начал... Давайте я музыку немного потише сделаю. После чего он начал рисовать, 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 забывать о своей семье. Он начал после этого пить. Жена, как вы помните... Была беременна, после чего родился ребенок, но он все равно пил, 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 за них забывал, он находился постоянно в подвале и рисовал. После чего, как я понимаю, у него начала ехать крыша, и он слышал мышей, крыс вот этих, которые мы собирали рисунки, что они везде. То есть сначала... Было, что они просто лазят, да? Потом, что они находятся на потолке... Ну, давайте просто будем в разброс. То, что они в стенах. Он постоянно слышал звуки крыс. Также он слышал, видел крыс на потолках висящих, после чего он не стал смотреть наверх. То, что они из пола вылазят. Что он постоянно везде мышеловки вот это расставлял. То, что он просто перестал выходить. Крысы, которые в волосах управляют им, после чего он просто взял и обрезал свои волосы, а кожу, скорее всего, то, что он видел крыс, которые лазят в него в теле, как мы видели рисунок, скорее всего, вот это он и обрезал. Что можно еще отметить? А, ну, блять, я же рассказываю сюжет. После чего... Все это ударило в голову, жена говорит, нету никаких мышей. Она понимала, что это все связано, после чего он решил спалить дом из-за вот этого крысы, крысы, крысы. И как вы поняли, сгорела его жена. Сгорела его жена. Ну как она сгорела? Она стала инвалидом. И мы видели, как... Вот эта коляска инвалидная, мы ее постоянно возили, да, вот это, на рисунках детских. Как я понял, после чего она погибла. А если бы точнее, она покончила с собой в ванной. Но снова, я могу ошибаться, она покончила с собой, либо дочь ихняя. То, что я примерно не знаю, сколько времени прошло, наверное, была ребенком. Ну, по рисункам, значит, она уже была инвалидом, то есть уже дом был до этого спален. Мать погибла, после чего ребенка забрали. Он похитил ребенка, после чего полиция его задержала. И он сказал, не забирайте, она у меня единственное, что у меня осталось. После этих моментов, скорее всего, мы как раз вышли и пришли вот это домой. Ну, вот этот, в его дом. Мы ходили, мы воспринимали два изображения, то, что было тогда, то есть его воспоминаниях, и то, что сейчас, то есть горелые вот эти стены, да, полы раздернутые, ну, то, что мы сейчас вот видим. То есть в какой-то степени он осознавал свой поступок.
И концовка влияет на то, что как наш герой все воспринял. Эту концовку вы увидели, поэтому, ребятки... А, точно, я забыл про минусы. О, игра меня просто зацепила, и поэтому минусы... А что минусы? Ну, наверное, минусов я возьму это... жуткую темноту. Просто очень темно. Я понимаю, что я мог яркость подрубить, да? Хотя, блядь, в натуре, чё я яркость не подрубил? Вот я тупой. Ну ладно, бывает. Ну что, в принципе, ребят, дополнение, купить дополнение у нас называется Layers of Fear's Inheritance. Фонарик его почему-то называют. Следующая серия будет игр Layers of Fear's Фонарик. Там будет рассказываться история про его дочь. Да, и все. Минусы, как вы поняли, я не могу назвать, потому что их нету. Ну, типа... Хотя... Хотя, с другой стороны, звук мог потише тоже сделать, когда шашки мы играли, и скрежет в ушах. Короче. Минусов таковых я не нашел. Поэтому. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Досмотрите видео до конца, чтобы увидеть две последние концовки, которые в игре вообще есть. Если их не четыре. А я с вами прощаюсь, поэтому всем пока. Yes, that's it. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. And it was all worth it. Perfection. Immortality. Yes, that's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. So close! This time, I almost had it!
Ha 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 ha